обгорела морда от того, пока я вот здесь варил. Вот. А потом как пошел. Ты маску пробовал делать? Слушай, периодически получалось, но Андрюха красавчик. Алексей, я как бы старался сделать так, чтобы было все как бы универсальное. Здесь можно как бы, да, вот эту вот херню, она горячая, без адски. Но факт, она держится, и, ну, то есть вот. Это убавить огонь, понял? Можно не убавлять огонь, поставить, перекинуть, поставить туда, и будет, короче, можно в яичницу. Это мангал, да? Эля, это можно, короче, использовать как мангал. Ну, то есть вот так вот шампура сюда ставить. А можно, короче, кинуть на вот эту решетку, которая еще не обожжена. Это вообще это сетка с радиатора, как ты видишь, да, она еще не обожжена. Можно на краске пожарить стейк, ну, по-импортному, если говорить. Вот эта херня. Да, хер, мне дали пустой стакан. С Америки, говорит, там это, говорит. Вот эта херня, короче. Тут тоже, и все, на наш рельеф рассчитано. Можно уровень, высоту, понял, короче? Не, она, в принципе, отсюда тоже скидывается. А если перевернуть вот эту херню, туда вставляется казан и не мешает место машине. Круто. И все это для ради того, чтобы просто побухать в луге, понял, вообще нормально. Представляешь, нормально. Как здесь кайфово? Это вот, ну это кайф. Всем привет. Это его машина. Дядя Ваня называется, да? Потому что он старый, как бы добрый, как дядя, и в нем ездит Ваня.